До масштабного политического события 6-го Всебелорусского народного собрания остается совсем немного. Мероприятие объединит в столице около 2700 делегатов из разных уголков нашей страны. Равнодушных или непричастных на большом открытом диалоге точно не будет. Люди разного возраста, профессиональных взглядов и интересов стали едины, чтобы вместе выбрать максимально эффективный курс развития страны на ближайшие несколько лет. Сегодня первые автобусы с участниками открытого диалога отправились в столицу, а это 310 делегатов. Событие для каждого из них важное и очень волнительное. Чувство ответственности огромное, и на первый план ставлю чувство ответственности. Я думаю, что оно у меня такое и у всех делегатов. И, конечно, ответственность за то, что надо будет отвечать и за реализацию программы. Потому что самое главное во всем этом деле – это намеченные планы, чтобы намеченные планы были реализованы. Во-первых, хорошее настроение, уверенность. И мы знаем, что мы едем для того, чтобы строить нашу работу конструктивно, компетентно. И все, кто сегодня рядом со мной, это люди, знающие, что такое наша страна, что в нашей стране есть и чего мы должны достигнуть. 6-е Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля. Ранее анонсировалось, что один из главных вопросов затронет проект изменения Белорусской Конституции и внесения в нее ряда поправок. С учетом широкой представленности делегатов, спектр обсуждаемых предложений будет достаточно велик.